Музыкальное проникновение Свиридова в нашу классическую поэзию столь высоко, что едва ли не поднимается до таких высот, как наш поэтический эталон Александр Сергеевич Пушкин. Где-то рядом, где-то близко. Это народное звучание всей нашей, музыкальное звучание всей нашей русской природы, нашей великой Родины, сконцентрирован в его романсах столь четко и столь удивительно, что не волновать это просто не может. Лена Образцова – это тот редкий талант, когда женское начало гармонирует с мощью и глубиной прочтения. Ее удивительное человеческое и драматическое умение, драматической актрисы, я уж не говорю о певческом высоком мастерстве, столь прекрасное и совершенно, что это всегда думаешь, боже мой, удивительно, удивительно. Сейчас вы будете свидетелем, дорогие друзья, как она в каждой новой и последующей вещи находит свои удивительные глубины и окрашивает их, поднимаясь к Пушкину, Блоку, Есенину и Тютчеву. Итак, Ленинград, большой зал филармонии, с его редкой, удивительной, неповторимой атмосферой, Елена Образцова и Георгий Свиридов. Четыре романса на слова Пушкина. Роняет лес в огрянный свой убор. Искрою за краю
«Зимняя дорога». Чувствие.
подъезжая под Ижоры. В Нижнем Новгороде. Слова Бориса Корнилова. Thank you.
Слеза. Слова народные. Четыре романса на слова Блока. «Как прощались, страстно клялись», «Флюгер», «За горами лесами», «Утро в Москве». Oh!
Русская песня. Слова народные. Осенью. Слова Исаковского. Thank you.
Две песни на слова Александра Блока. «Не мани меня ты, воля, невеста».
Три песни на слова Сергея Есенина. Песня под тальянку. Березка. Oh,
сердце светит Русь. «Изгнанник», слова Исаакяна, перевод Александра Блока. Но
прежде всех поможет Господь всем дальним странникам, всем больным. Пусть после всех поможет Господь тебе, мой бедный изгнанник, мой сын. «Русская девчонка». Слова Прокофьева. Песня.